Доброго всем времени суток. Меня зовут Татьяна. Да, как вы уже знаете, вы на моем канале. Сегодня я хочу посмотреть для вас такой вот вопрос. Как разрешится задуманная ситуация? Это для тех, кто находится в какой-то сложной, затруднительной ситуации и никак не может найти ответ. И ситуация никак, ну никак она не решается. Да, это может быть любая ситуация, может быть там с мужчиной связана, с женщиной, может быть связана с какими-то финансовыми делами, делами в бизнесе. Сейчас мы этот вопрос с вами посмотрим, как разрешится заданная ситуация. Так, ну смотрите, на данный момент вы находитесь на развилке. То есть стопроцентного решения какой-то этой ситуации сейчас нет. Вы находитесь, возможно, даже перед каким-то выбором. Но при этом закрытой дороги тоже нет. Дорога-то полностью открыта. То есть это огромное шоссе, развязка. И выходов из данной ситуации очень-очень много. Давайте мы посмотрим, что поможет найти выход. Куда смотреть, в какую сторону. Что поможет найти выход. Или кто поможет. Так. Ну, кто поможет? Ну, сразу могу вам сказать, что данная ситуация для вас это такой достаточно серьезный, важный урок в вашей жизни. Это ситуация кармическая, причем ситуация судьбоносная, какой бы она ни была. Для кого-то тут тема финансов фонит. Возможно, вам долг не отдают. Либо вы попали в такую западню, в кредитную, что вы никак не можете рассчитаться, да, со своими долгами, кредитами. Что делать? Это огромнейший для вас урок. Какой именно урок? Посмотрим. Кстати, помощница вот здесь, вот королева час, что это она говорит? Во-первых, это говорит о том, что вам нужно полюбить эту ситуацию и как можно более расслабленно к этому относиться. Плюс ко всему, королева чаш это женщина-медиум, женщина, обладающая какими-то сверхъестественными способностями, даром предсказания и так далее. Возможно, это я сейчас пролью свет на вашу ситуацию. Так, ситуация, так, ну сразу могу сказать, ситуация будет двигаться вперед, ситуация прорвется, да, то есть сразу жезлы. То есть смотрите, вы должны сейчас именно осознать, что это урок, урок очень важный для вас. Возможно, что здесь какая-то борьба с системой, ну тут очень-очень сильно финансовая тема, да, у меня вот фонит идет финансовая тема, что вы пытались побороться с системой, и система, конечно же, вам не поддалась, потому что надо понимать, что все-таки человек и система, они, ну, система все-таки мы для нее песчинки. Нужно этого момента понимать. И это будет для вас важный урок. Особенно для тех, кто хотел деньги взять и не отдавать. Ребята, отдать все равно придется, потому что это важнейший урок. Больше так не поступайте никогда. Но ситуация прорвется. Ситуация прорвется при помощи какого-то молодого человека. Скорее всего, это человек-юрист. И ситуация разрешится к всеобщему вашему, как говорится, удовольствию. Бояться ничего не нужно. Человеку, которого вы нашли, нужно довериться. Этот человек стабильный. Человек поможет вам. Есть надежда. И ситуация закрутится так, что она пойдет к своему логическому завершению, к своему логическому окончанию. Причем это будет происходить достаточно быстро. Значит, смотрите так. Если ситуация любовная, связанная с мужчиной, то мужчина найдет в себе силы, поборет свои страхи, найдет свои силы с вами поговорить. Здесь также проходит еще очень важный разговор вам предстоит. Если действительно вы от мужчины каким-то образом зависели, финансово или еще как, ну здесь вот прям именно финансовый расклад получился. Значит, если вы от мужчины как-то финансово зависели, то мужчина вам действительно поможет, окажет эту помощь. Главное, не стесняйтесь его об этом просить. Вы получите желаемое, получите, причем достаточно быстро. Поэтому переживать не нужно об этом. Все будет так, как вам надо. И не забывайте видеть обязательно шансы там, где они есть. Возможно, вы их просто не видите. Нужно как можно больше собирать информацию, слушать о том, что говорится вокруг вас. И да, действительно, ситуация идет на прорыв. Причем это будет происходить достаточно быстро. Возможно, вам предстоит какая-то поездка, связанная с этой ситуацией. Возможно, вам придется поговорить. Да? Тут, кстати, да, возможно, что для того, чтобы порешать какие-то юридические моменты, вам придется куда-то поехать.
Но, тем не менее, ситуация прорвется, и ситуация прорвется, да, с помощью мужчины, возможно, это молодой мужчина-юрист. Если у вас были такие какие-то финансовые вопросы, вопросы, связанные с банкротством или еще с чем-то, ситуация пойдет на лад. Да, действительно, ситуация решится. Удача будет на вашей стороне, у вас все получится. Вы получите финансовую стабильность в итоге. Если вопрос был на отношения, то получите отношения, и полностью отношения переродятся, обнулятся. Отношения начнутся заново. Да? Если у кого-то отношения начнутся заново. Так что вот, переживать не о чем, все будет хорошо. Единственное, что, да, сделайте правильный выбор. Потому что дорога перед вами огромная, дорога открыта, и в какую сторону вы пойдете, так и получится. Выбор абсолютно за вами. Слушайте информацию, которая к вам приходит. Ну что, я надеюсь, что я вам помогла. Я надеюсь, что вам помог этот расклад, что он натолкнет вас на нужные какие-то, на нужные мысли, на нужные действия. Ну что ж, всего вам доброго, прекрасного настроения. Лайки, комментарии приветствуются. Любая активность на канал приветствуется. Донаты на развитие канала также приветствуются. Ко мне можно обратиться за личными консультациями по любому вопросу. Любовь, финансы, семья, отношения, дети, родители. Любой вопрос я вам обязательно разрешу. Обязательно дам вам какой-то совет. Так, ну что же. Да, действительно, ситуация перевернется. Ну что ж, всего вам доброго. Люблю, целую вас всех.